Ой, блин. Понеслось, блядь! Всем привет, дорогие друзья, с вами Никетсу Макакайта. Я дальше продолжаю проходить Доки Доки Литрич Клаб. Не дай бог сейчас что-нибудь выскочит. Сейчас начинается самое Ничего или мне показывает? У меня глюки уже, паранойя. Ой, какая-то шизофрения. Сейчас я выпью молока и тут начну. Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте. Кто не поставит, будет сосать. В общем, начинается, по-моему, как я понял, акт второй. И я боюсь, что музыка замедлится сейчас, честно говоря. Или что-нибудь произойдет. Сейчас выскочит скример. Я ненавижу скримеры. Бог мой, это самое страшное. Зараза, вот это вот. Моника, мне кажется, виновата, да? Я боюсь начинать игру, на самом деле. Мне правда страшно. Страха не существует. Так что давайте начнем. А как читать буду? Мой мозг сконцентрирован на хоррорах. Ой, блин. Да, что тут ничего нету? Третья, четвертая, тут ничего нет. Я умру во время записи или нет? Давайте начнем. Начнем же. Я боюсь. Блин, правда. Ладно. Новая игра. Мне конец. Это обычный учебный день, как и любой другой. Утро – это обычно самое плохое время быть окруженным парочками и группами друзей, идущими в школу вместе. Что-то стало плохо с ним, чудо, или что? Утро – это обычно самое плохое время быть окруженным парочками и группами друзей, идущими в школу вместе. В то же время я всегда шел в школу один. Теперь начинается какая-то другая компания. В смысле? Я постоянно говорил себе, что сейчас самое время начать встречаться с девочками или что-то вроде того. Но у меня нет мотивации вступать в какой-либо из клубов. А это как понять? А та история, что она была? Блять, мне уже страшно. Ничего нету, и уже страшно. Ладно, успокойся, блять. Ничего тут нету. Но у меня нет мотивации вступать в какой-либо из клубов. Я счастлив, просто проводя свое свободное время, как обычные люди, играя в игры, смотря аниме. Всегда есть аниме-клуб, но в любом случае не то, чтобы там были хоть какие-то девушки. Этот день в школе был таким же обычным, как и всегда. И закончился он прежде, чем я опомнился. После того, как я упаковал свои вещи, я уставился в стену, пытаясь найти хоть каплю мотивации. Клубы. Нет ни одного, который бы правда интересовал меня. К тому же, большинство из них наверняка будут слишком требовательными ко мне, и я не захочу с этим смириться. Угу. Похоже, у меня нет выбора, кроме как начать с аниме-клуба. Знакомый просто... Чё сейчас будет? Чё сейчас будет? Никетсу? Ты чё, совсем что ли? Фух. Моника? О боже мой, я совсем не ожидала видеть тебя здесь. Прошло много времени, верно? Мразь. Ты конченая мразь. Прошло много времени, верно? Ах, да, и правда, Моника мило улыбается. Я к ней доверие уже, знаете, не такое. Угу. Моника мило улыбается. Мы знаем друг друга, ну, мы редко разговаривали, но в прошлом году мы были в одном классе. Да, я помню. Ой, блин. Умная, красивая, спортивная. Моника была, пожалуй, самой популярной девушкой в классе. Бог мой, что сейчас будет происходить? Фу, сейчас, подождите, я сконцентрируюсь. Что это за скримеры были? Ну, чуть-чуть, я просто не ожидал этого. Ну ладно, это фигня, дедушка, это меня не испугало. Умная, красивая, спортивная. Моника была, пожалуй, самой популярной девушкой в классе.
В общем, абсолютно не мой уровень. Поэтому ее искренняя улыбка заставит меня чувствовать себя немного... В любом случае, ты пришла сюда. Ох, я просто искал материалы для своего клуба. Не знаешь, есть ли здесь цветной картон? Или маркеры? Думаю, ты можешь посмотреть в шкафу. Ты в клубе дебатов, верно? Насчет этого, на самом деле, я покинула клуб дебатов. Что за клуб дебатов? Серьезно, ты забросила его? Да. Честно говоря, я терпеть могу все эти интриги вокруг больших клубов. Такое ощущение, что у них ничего, кроме споров о бюджете и работы на публику, а также подготовки к мероприятиям. Так это политический клуб, оказывается, был, да? Фу. Извините меня. Я думал, не то. Я лучше займусь тем, чем буду наслаждаться лично я. И сделаю из этого нечто особенное. В таком случае, к какому клубу ты решил присоединиться? На самом деле, я создала новый клуб. Литературный клуб! Ты ебанутая, скажи, что ли? Литературный клуб! Литература? Это звучит немного скучно. И сколько человек уже в твоем клубе? Это немного неловко, но пока что нас только трое. Да мне страшно уже, что сделать? Это немного неловко, но пока что нас только трое. Очень сложно найти новых участников для чего-то, что звучит так скучно. Бог мой, тут правда что-нибудь будет или нет? Очень сложно найти новых участников для чего-то, что звучит так скучно. Ну, я могу это понять. Ну, знаешь, это совершенно не скучно. Литература может быть чем угодно. Чтением, писательством, поэзией. Например, одна из моих подопечных даже держит свою коллекцию манги в клубной комнате. Я знаю. Я уже боюсь. Иди ты нахрен. Ты кто такая? Стоп. Серьезно? Да, правда, забавно. Она всегда уверяет, что манга это тоже литература. То есть, она не ошибается, я думаю. Блин, понимаете, я сейчас читаю нервно. Я уже в предвкушении какого-нибудь говна, что выскочит из игры. И к тому же, даже такой все равно участник, верно? Да какая разница? Да. Моника сказала, она? Эй, Никетсу! Есть ли шанс, что ты все еще ищешь, как могу клубу присоединиться? Мне пизда. Все. Ах, то есть, наверное, так, но... В таком случае... Есть шанс, что ты можешь сделать мне большое одолжение. Я не прошу тебя присоединиться, но... Если бы ты мог хотя бы посетить мой клуб, это бы сделало меня очень счастливой. Странно! Не присоединяться к клубу, а просто посещать? Серьезно? Пожалуйста. Нет, блядь, можно отказаться. Ну, похоже, у меня нет причин отказывать. Ты дебил! Отказывайся! Я говорю, я живой Никетсу, этот поросенок какой-то, блин, что он творит-то? К тому же, как я вообще могу отказать кому-то вроде Моники? Можно я отвернусь? Я вообще... Блядь, страшно. Конечно, думаю, могу заглянуть. Замечательно! Ты очень милый Никетсу, ты знала-то? Ты дура! Я уверен, ты что-нибудь сейчас сделаешь. Извините, я нервный Никетсу за экран, да, простите меня, пожалуйста, дорогие друзья, я блядь, сейчас нахуй. Ничего не случилось, уже нервный. Пошёл все в жопу. Ты что делай, Никетсу, ты знал это? Это пустяки, правда. Тогда пойдем. Я поищу материалы в другой раз, это намного важнее. Чтоб ты искал материалы, блядь.
Идите за губ! А, фух. Итак, сегодня знаменуется день, когда я продал свою душу Бодике и ее неотразимые улыбки. Все, сейчас что-нибудь будет, я уверен. Я робко следовал за Моникой через школу и вверх по лестнице. Часть школы, которую редко посещал, использованная в основном третьегодками и для мероприятий. А, точно, я про это забыл, кстати. Я робко следовал за Моникой через школу вверх по лестнице. Фух. Часть школы, которую я редко посещал, использовал в основном третьегодками для мероприятий. Моника, полна энергии, распахивает дверь классной комнаты. Сука! Я вернулся! Да чё ты творишь-то? Иди в жопу! Что это было? Я вернулась! И привела с собой гостя! Ой, блин! Понеслось! Блядь! Страшно! А чё дальше будет вообще? Ты чё творишь? Гостя? Серьезно ты привела парня, сука? Сука! Серьезно ты привела парня? Отличный способ убить атмосферу. Не будь грубой, Нацуки. А, настрой она сказала, подожди. Не будь грубой, Нацуки. А где Сайори? Не будь грубой, Нацуки. Ебать, мне страшно уже. Не будь грубой, Нацуки. В любом случае, добро пожаловать в клуб Никетсу. Такую ситуацию потерял дар речи этот клуб полудевигантных великих девушек! Ой, блин, а почему моя игра разбивается? Иди в жопу, я сохраняюсь! Только попробуй сейчас что-нибудь выскочить, да? Афу, ничего нету, извините, я сошел с ума. Так, давай я угадаю. Ты парень Борники, верно? Что? Нет, это не так! Да не надо скримеров, что вы здесь делаете? Нет, это не так. Нацуки. Девочка с грубым поведением, чьё имя, видимо, Нацуки, я не узнаю. Судя по его маленькой фигуре, она, скорее всего, первогодка. Девочку такое... Нет, это не так. Нацуки. Девочку с грубым поведением, чьё имя, видимо, Нацуки, я не узнаю. Да, ну я ж её не знаю, по идее, ещё. Да ты засранка, что ли? Что ты творишь, блин? Что ты, блин? Во, блядь, она центральная ничего не делает, кстати. Да тут скримера, блядь, что такое? Я не умру? Судя по ее маленькой фигуре, она, скорее всего, первогодка. А! Да, фух. Да так или иначе, это Нацуки, как всегда, энергично. И это Юрий, наш вице-президент. Рада познакомиться. Не пизда будет, я знаю. Похоже, наиболее закосовой робкой среди всех Юрий приходится тяжело с кем-то вроде Нацуки. Эх, что ж, приятно познакомиться с вами обеими. Итак, Никетсу, попался мне классный... Подождите! Просто я... А если я вообще сдохну время? Не надо. Итак, Никетсу попался мне в классной комнате и решил зайти взглянуть на наш клуб. Разве это не здорово? Стоп, Моника! Разве я не говорю тебе заранее сообщать мне, прежде чем привозить кого-нибудь нового? Я собиралась... Ну, ты знаешь. Извини. Я не забыла об этом, но просто так случилось, что я столкнулась с ним. Да правда ли, деточка, нечаянно ты со мной столкнулась? Сейчас начнется полный трэш. Ой, блин. Чё ты хотел в этом, кстати? В таком случае я должна хотя бы сделать чай, да? Да, было бы замечательно. Почему бы тебе не присесть, Никетсу? Бля! А, нет, тут ничего нету. Девушки сдвинули несколько пак, чтобы составить из них стол. Юрий отошел в угол комнаты и открыла шкаф. Тем временем Монька и Нацуки сели напротив друг друга. Все еще чувствуя себя неловко, я сел рядом с Моникой.
Итак, я знаю, что ты не планируешь заходить к нам, но мы позаботимся о том, чтобы ты чувствовал себя как дома, хорошо? Как президент литературного клуба, я обязан сделать клуб веселым и интересным для каждого. Я удивлен, что в клубе пока что не так много людей. Должно быть тяжело создавать новый клуб. Можно и так сказать. Не так много людей заинтересованы в прикладывании усилий, чтобы принести что-то новое. Особенно, когда это что-то не особо привлекающее внимание, как литература. Подождите. Да, должно быть тяжело создавать новый клуб. Можно и так. Не так много людей. А, ну да. Особенно, когда это что-то не особо привлекающее внимание, как литература. Нужно очень постараться, чтобы убедить людей в том, что это интересно и стоит того. Но благодаря этому такие школьные мероприятия, как фестиваль, например, становятся гораздо важнее. Я уверен, что мы все действительно сможем развить этот клуб до того, как выпустимся. То есть тут новые сюжетные линии. Подождите, я понял смысл этой игры. Ой, бля. Я уверен, что мы действительно сможем развить этот клуб до того, как выпустимся. Как на Насуке. Ну, пожалуй, Насуке неохотно согласилась. Такие разные девушки, но все зарисованы в одной цели. Моника должна быть очень проста, чтобы просто найти этих двоих. Юрий выкнулась к столу, принеси сервиз. Она осторожно расставила чашки перед каждым из нас, прежде чем поставить чайник посередине. Вы что, блин, я просто боюсь читать, простите меня. Вы что, случайно сервиз в этой комнате храните? Не переживай, учителя дали нам разрешение. В конце концов, разве не горячая кружка чая лучше всего помогает насладиться хорошей книгой? Наверное. Вы опять мне даете те же диалоги. Чуть вырезали бы, я не знаю. Ой, блин, страшно. Ну ладно, это важно. Ну просто мне страшно. Поймите. Никого нету. Наверное. Не пугайся, Ири. Просто старайся впечатлить тебя. А, это она говорит. Фу, мне. Не пугайся, Ири, просто старайся впечатлить тебя. Это не-не-не. Юри обиженно отвернулась. Я хотела сказать... На самом деле... Я тебе верю. Так то же самое идет. Я тебе верю. Хоть чтение с чаепитием и не совсем мое хобби, но я, по крайней мере, смогу насладиться чаем. Я рада. Или с облегчением улыбнулась. Итак, Никит, что ты любишь читать? Ну, учитывая то, что то, как мало я прочитал за последние пару лет, я не могу ответить на этот вопрос. Блять, я просто наготове, что ты или что-нибудь сейчас случится точно. Скримеры, вы твари. Сейчас что-нибудь будет, да? Ладно. Все, хватит паниковать. Все. Учитывая то, как я мало прочитал за последние пару лет, я не могу ответить на этот вопрос. Мангу? Выгмочай себе полушить. Насуки резко поднимает голову. Это выглядело так, будто она что-то хочет сказать, но молчит. Не такой уж и читатель, полагаю. Ну, а нельзя пропустить? Не, нельзя, написано. Это ж те же диалоги, по идее. Ну, это может измениться. Что я несу? Я сказал, не подумал после того, как увидел грустную улыбку Юри. Кстати, а что насчет тебя, Юрий? Готов! Что ж, если подумать... Юрий провел пальцем по краю своей чашечки. Больше всего мне нравится роман с проработанным целостным фантастическим... Да блядь, те же диалоги! Больше всего мне нравится... А, подождите. Настройки. Пропуск. Просто, блять, я не знаю, как это будет выглядеть на самом деле. Больше всего мне нравится работа с проработанным и целостным фантастическим миром. Ты понял тебя.
Пропуск. Не знаю, ну ладно. Очень мне нравятся романы с проработанным и целостным фантастическим миром. Уровень мастерства и креативности, сокрытый в нем, поражает меня. Способность рассказать хорошую историю о настолько чужом мире в равной степени впечатляет. Юрий продолжает говорить, похоже, на очень страстно относится к чтению. Не, подождите. Я сейчас сохранюсь, конечно. Но, по-моему, я пропущу вот эти вот тексты. А, где было здесь что-то? Подождите, я кое-какую фигню сейчас сделаю, сейчас, подождите. Блять, тогда меня... Ой, блядь, ладно. Сейчас, закуска перейдет по тетине сохраненную кнопку. А, она все пропускает, кстати. А, ну подождите, я же это прочитал, выходит, она же может пропустить. Моника, блядь, подождите. Или продолжает говорить, похоже, но очень страстно относится к чтению. Ну подождите, я это как бы информацию эту, я как бы помню еще с первого прохождения, то, что она действительно любит читать и рассказывать. А зачем это еще раз, если... Не знаю... Я, конечно, могу прочитать заново, но а смысл тратить время на то, что и так уже известно? Настройки. Давайте после выборов. Вот даже я когда выбираю новый текст, то... Не понял. А, я что-то пропустил, ладно. Давайте поставим, не знаю. Она казалась такой скромной и замкнутой, когда я пришел, но с уверенностью могу нужно сказать потому, как загореть ее глаза, что ей комфортно среди книг, не людей. Ну, знаешь, мне нравятся и многие другие вещи. Истории с глубокой психологией частенько заставят меня напнуть них с головой. Помню я, деточка, помню, что история с глубокой психологией. Да-да-да-да-да. Разве не удивительно то, как писатель может воспользоваться нашим собственным отсутствием воображения, чтобы вывести нас из колеи? Так или иначе, в последнее время прочитал немало ужастиков. Я не могу это читать все заново. Ну, как бы... Я потом, когда примкну к новому тексту, я пойму, о чем может идти речь. Ну, как бы, какой смысл мне читать еще раз то, что уже есть? Я хочу побыстрее пройти эту игру, чтобы не пугаться. Блять, мне эта рожа с Моники как-то убивает чуть-чуть. Можно же как-то... Не знаю... Я пока сохранюсь тогда. А, это выбор. Новый текст. Пропуск. Новый текст. Давайте попробуем. Давайте прочитаем. По-моему, это одни и те же диалоги, типа. Почему ты подумал? Здесь то же самое все идет. Вот когда будет новый текст. Как. Бля! Понятно. Я боюсь, что выскочит что-то. Поймите. Ребята, поймите. Опять поэмки читать, писать, читать.
Ну как бы вам сказать? Ну ладно, хорошо, давайте. А, подождите, нет, это тут... Погодите, еще сейчас... Какая? Теперь мы вернулись изначально пока самому... А почему не было? Подождите, блядь. Новый текст. Ладно, если написание поймется, на которое нужно... Подождите, а там было написано что-то. Тут оно все тут заглушает, я нажимаю. Значит, мне нужно после выбора. Какой после выбора, говорю. А почему новый текст написано? Просто у меня не было вот это вот сейчас. Что тут вообще было? Блять, это все читать надо, серьезно? Ладно, давайте я загружу заново. Буду читать. Ну так или иначе, в последнее время я прочитал немало ужастиков. Ой, я однажды читал ужастик. Я вообще не хватает за что-то, о чем знаю хоть немного. В таком раскладе Юлия могла бы с таким же успехом вести диалог с камнем. Я ожидала такого. Я ожидала! Она вначале... А, надо, я буду читать тогда все. Я ожидала такого от тебя, Юрий. Это подходит к твоему характеру. Ох, это так? Подождите, тут чуть-чуть по-другому написано. Давайте читать все вместе. Но если история заставляет меня задуматься или затягивает меня в другой мир, тогда я действительно не могу оторваться. Сюрреалистичному хоррору частенько лучше всего удается заставить читать и задуматься о собственном взгляде на мир, пусть и на короткое время. Ты ебать, да, конечно. Ненавижу ужастики. А почему? Ну, я просто на языке на долю секунды следовал меня глазами. Неважно. Такое ощущение, как будто Нацуки это единственная девочка, которая нормальная здесь. Такое вот, блин, такое ощущение. Две извините, у кого в айфоне. Ну, без обид просто, ладно. И правда, ты ведь обычно пишешь о более миленьких вещах, не так ли, Нацуки? Что? Почему ты так подумала? Ты стал кусочек смятой бумаги после последнего забрания клуба. Похоже на то, что ты работаешь над поэмой под названием... Не говори об этом слову! И верни мне! Хорошо. Ай, блядь, я уже забыл об этом. Скримерах. Хорошо, хорошо. Насаки, ты пишешь собственную поэму? Ну, пожалуй, иногда. Тебе какое дело? Я считаю, что это впечатляюще. Почему бы тебе не показать там как-нибудь? Нет. Насаки, это его взгляд. Они тебе не понравятся. А, еще не уверенный писатель? Я понимаю, что чувствует Нацуки. Чтобы делиться при таком опыте письма, нужно куда больше, чем просто уверенность. Истинная форма писательства – это когда пишешь для самого себя. Нужно хотеть открыться своим читателям, обнажать свои уязвимости, показать им даже самые далекие горизонты своего сердца. У тебя тоже есть писательский опыт, Юри? Может, если ты поделишься некоторыми своими работами, то сможешь подать пример и помочь Нацуке почувствовать себя более уверенно, чтобы поделиться своими. Похоже, с Юри та же проблема. Некоторое время мы сидим молча. Ладно. Ребята, у меня есть идея. Нацуке и Юри с недоумением смотрят на Монику. Я тоже, кстати.
Блять, она какая-то странная. Да, я помню, Юрия хотела. Она так говорит. А, ну да, говорила так. Носики с Юрией с недоумением смотрит на Монику. Дайте пойдем, давай напишем наши собственные поэмы. Пиздец начинается, я вот чувствую, правда. И тогда, когда встретимся в следующий раз, мы все друг с другом ими поделимся. В таком случае все будут равны. Ну, как всегда, ах. То есть, я думаю, это будет хорошая идея. Ну, я думаю, это права, Моника. Возможно, нам стоит начать искать, чем нам всем заняться, чтобы попрактиковаться вместе. Да, тут диалоги чуть другие. Ну, как альтернативная история, можно так сказать. Только с Айюри нету. То бишь, мне надо пройти игру... 4 раза выходит. Да бля! Ладно. Возможно, нам стоит начать искать... Блядь, теперь будет идти. Ладно. Возможно, нам стоит начать искать, чем нам всем заняться, чтобы как-то крываться вместе. Подожди, что? Возможно, нам стоит начать искать, чем нам всем заняться, чтобы практиковаться вместе. Конечно. Возможно, нам стоит начать искать, чем нам всем заняться, чтобы практиковаться вместе. Я, в конце концов, решила взять на себя ответственность вице-президента. Я должна сделать все, что смогу, чтобы поддержать как клуб, так и его участников. К тому же, теперь у нас есть новенький. Мне кажется, что это хороший шаг для нас. Так смотрит на меня, знаете ли. Мне этот персонаж вообще, по сути, нравился. Скоро скример, предупреждаю. Хотя откуда я могу знать, если честно? В общем, что отличается вообще от первой версии сюжета? Вице-президент у нас кто? Это Юрий. Подождите, сначала Юрия умерла, а потом остальные чули? Чё за хрень? Или нет? Ладно. Да, мне кажется, все правильно идет. Мне кажется, что это был хороший шаг для нас. Так согласен, Никитс? Погодите, еще осталась одна проблема. Какая? Теперь, когда мы вернулись к изначальному вопросу о моем вступлении в клуб, я выпалил все то, что занимало мои мысли все это время. Я не говорил, что вступлю в этот клуб. Моника, может, убедила меня взглянуть сюда, но я еще не принимал какого-либо решения. У меня еще остались другие клубы, которые могу посмотреть. И... я потерял ход мыслей. Все эти девушки смотрели на меня подавленными взглядами. Ну, извини, я считала... Девушки обменивались взглядами, прежде чем Моника оборачивается ко мне. Я думаю, мне стоит сказать тебе правду, Никитс. Дело в том, что у нас пока что недостаточно участников, чтобы сделать официальный клуб. Нам нужно 4. А подождите, а про поэмы что там говорилось именно конкретно? Я так и что-то... Возможно, стоит начать... А, ну да. Ну, тогда все нормально. Нам нужно 4. И мы старались очень-очень сильно, чтобы дойти новых участников. Если мы не найдем еще одного до фестиваля... Я беззащитен против этих девушек. И как я должен занимать... И как я должен принимать взвешенное решение в такой ситуации? Я буду чувствовать себя ужасно, если подведу всех сейчас. К тому же, сам клуб выглядит довольно расслабляющим. Ладно, если написание поэмы — это цена, которую нужно заплатить, чтобы проводить дни в компании этих красивых девушек. Блять. Хорошо. Ладно, тогда я решил. Я вступлю в литературный клуб. Че что-нибудь будет, я уверен! Поочередно в глазах девчат зажигается огонек. Че сейчас что-то будет? О боже мой, правда? Нет! Не вступай в этот клуб. Закрой рот.
Ты серьезно, Никетсу? Да. Это может быть весело, верно? Ты правда напугал меня на мгновение? Я хочу сказать, что если бы ты правда просто ушел после всего, я бы супер разозлилась. Никетсу, я так счастлива. А я буду, блядь, сейчас обсираться, я так понял, да? Никетсу, я так счастлив. Теперь мы можем стать официальным клубом! Спасибо тебе огромное за это, ты правда замечательный. Все пизда. Я сделаю все, что смогу. А это Моника. Я сделаю все, что смогу, чтобы ты отлично провел время, хорошо? Ох, спасибо, наверное. Фух, блин, что это такое? Итак, ребята, думаю, что на такой хорошей ноте мы можем официально закончить сегодняшнее собрание. Блин, ну понимаете, я боюсь скримеров просто, а я захотел поиграть в игру. Думаю, что он такой хороший, давайте можем специально закончить сегодняшнее собрание. Все запомните сегодняшнее задание. Написать поэму, принести ее на следующую встречу, чтобы мы все могли ими поделиться. Моника еще раз взглянула на меня. Никитс, мне не терпится увидеть, как ты себя покажешь. Да-да-да. Смогли... Что сейчас здесь будет? Смогу ли я действительно произвести впечатление на звезду класса Монику моим посредственным навыком писательства? И уже ощущаю нарастающее чувство тревоги. Между тем девушки продолжают болтать, пока Юрий убирает еду со стола. Тогда, думаю, я пойду. Хорошо. Тогда увидимся завтра. Не могу дождаться. Ой, я сейчас обосрусь, серьезно, чего? На этом я покинул клубную комнату и пошел домой. Всю дорогу мы высокочались вокруг этих трех девушек. Нацуки, Юри и, разумеется, Моники. Действительно, я буду счастлив, оставаясь каждый день после школы в литературном клубе. Нет! Возможно, у меня будет шанс близиться с одной из этих девушек. Ладно, мне просто нужно извлечь максимум сложившихся обстоятельств. И тогда, уверен, удача будет меня благоволить. Подождите, я просто в предвкушении... Предвкушение хоррора. Мне просто нужно извлечь из максимума сложившихся обстоятельств, тогда уверен, удача будет мне благоволить. И начну, пожалуйста, написание поэмы сегодня вечером. Зараза. Вы разблокировали особую поэму. Хотите прочесть ее? Да. Сегодня я впервые порезала свою кожу. Это было волнующе. Думаю, теперь я понимаю, как ощущается боль, наверное. Хотя я должна быть ответственней. Так что я не буду этого больше делать. Разве что если решу убить себя. Я оставила напоминание о произошедшем ниже. Кровь. Нифига себе. Что это было? Ладно, дорогие друзья, мы в следующей серии сможем... В следующей серии мы сможем написать поэму еще раз. Я просто думал, что этого не будет, другая будет сюжетная линия. Ну, если на то вышло, то хорошо, ладно. Ой, блин, страшно чуть-чуть. Ну, ладно. Ладно, дорогие друзья, эта серия вышла, короче, на 40, там, сколько там, бит. В общем, встретимся в следующей серии. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. В общем, я хочу набрать аудиторию, я пока что начинающий ютубер, так что прошу любить, ну и жаловать, конечно. Так что ладно, всем пока, увидимся в следующей серии. Надеюсь, я выживу. Всем пока. Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте. Кто не поставит, будет сосать.